у Сереги была днюха. Правда, год назад он так напился, что даже не помнит то, что она у него была. Ну, в общем, я как настоящий друг решил купить ему такой зыбысь подарочек. Я купил 2 билета на хоккей. Сейчас надо будет позвонить Сереге и обрадовать его. Я думаю, ему это понравится. Кому я так сложно там понадобился? Ага, где? А, алло, бляха! Сука, не то! Где это с вами? Где это с вами телефон? Ага, алло! Здорово, Виталька! Серёга, здорово! Что делаешь? Ты делаю это самое! На работе я, ага! А ты чего звонит? Так, подожди! Трубку в ухо ласкиваю, Виталя! Новость для тебя есть хорошая. Я купил билеты на хоккей. Ты настоящий друг! Супер! Замечательно! Я так рад! Ты настоящий друг! Все, давай, заходи сегодня ко мне четырем, чайку попьем и пойдем. Отлично! Звонит.
Ты не пипи, не пипи, не пипи, не пипи, не пипи.